Нет, в гости к Сдюшор Мингорисполкома. Нынешний день старейшей школы. Каков он? Хоккейной школе Сдюшор Мингорисполкома уже 43 года. Именно она является самой старейшей в нашей стране. За это время у нее выработалась своя философия, которая заключается в некоторых пунктах. Сдюшор по хоккею шайбы – это первая минская школа по хоккею шайбы. Она основана аж в 1974 году. Сам Руслан Салеев здесь начинал. Вот. Ну, за это время у нас сформировалась в школе своя философия. Во-первых, мы не переманиваем детей из других регионов и из других спортшкол, тем самым повышая свое место в турнирной таблице. Мы воспитываем своих детей. А второй пункт заключается в следующем. У нас нет такого понятия в школе, как игра в две или даже полторы пятерки. Но я не беру в расчет именно кульминационные моменты отдельно взятых игр. Наши тренеры стараются, чтобы максимально большее количество детей получило практику, потому что неизвестно, когда и в каком возрасте ребенок раскроется. За большой период времени хоккейная секция может похвастать воспитанниками, которые и в прошлом, а самое главное в настоящем, представляют нашу страну на различных топ-турнирах в GRC национальной сборной. Ну, у нас много ребят, выпускников нашей школы, переиграло в нас командах, за юношеских и молодежных нас командах. Из актуального примера это Егор Шарангович и Владислав Соколовский. Ну и большое множество ребят, которые защищали честь сборной Беларуси. Сейчас в школе занимается более 300 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Выступают ребята в юниорских чемпионатах Беларуси разных возрастов. Можно сказать, что школа полноценная, но сами результаты в первенствах пока мало радуют. Ну, на данный момент у нас все команды играют в группе «Б», но у трех команд на данный момент, с учетом нашей философии, которую мы пропагандируем, есть вполне реальная возможность выхода в группу «А». Долгое время секция базировалась во дворце спорта, но в 2010 году она поменяла свою дислокацию. Теперь она располагается на Минской арене. Условия здесь современные и хорошие, но и тут сталкиваются с трудностями. Ну, из таких актуальных проблем это то, что, конечно, мы не можем брать игровые залы именно на этой базе в прайм-тайм. Ну, для нас, к сожалению, такой возможности нет. Работают с юными хоккеистами высококвалифицированные тренеры, за плечами которых не один сезон проведенный в чемпионатах Беларуси. Стараются здесь сочетать теоретические и практические занятия. Сейчас мы работаем над повышением качества тренировочного процесса. У нас на младших возрастах до 2007 года рождения работают до 6 тренеров на станционной работе, чтобы уделять как можно больше внимания каждому ребенку и его ошибкам, тем самым максимизируя эффективность тренировочного процесса. У нас примерное расписание на неделю, да, у нас есть теоретическое занятие, на которых мы разбираем видеоанализ каких-то ошибок на тренировках, видеоанализ и разбор голов, пропущенных ребятами в играх чемпионата Беларуси, просматриваем какие-то матчи профессиональных вратарей, что-то оттуда почерпываем. Отдельный упор идет на работу с голкиперами. Суммарно в командах различных возрастов значится 20 вратарей. Именно эта проблема наблюдается в национальной сборной прямо сейчас. Хочется надеяться, что совсем скоро в белорусском хоккее появятся новые Мезины и Ковали. Ну, на самом деле, это кропотливый, тяжелый труд. Не каждый вратарь, не каждый мальчишка готов к этому идти. Они же приходят в хоккей. Немножко, чтобы им побросали, половили. А здесь приходится изо дня в день оттачивать свое мастерство без бросков, катания, различные перемещения. Поэтому будем надеяться, что воспитанники Сдюшор Мингорисполкома и в будущем продолжат ковать славу белорусского хоккея в национальных сборных различных возрастов. А дела во внутреннем чемпионате наладятся.